коричневый, синюю, да. Что же не простецкий, это такой сложноватый. Смотри, и ты, значит, вот таким вот образом плашмя держишь кисть. У тебя будет вот такое поползновение сделать. То есть, чтобы на тебя хвост не смотрел. Пускай хвост смотрит или вниз, или вверх. Да? Что это дает? Это дает то, что у тебя много краски уходит с кисточки. Так будет это только с кончика, да? А так со всей кисти. Не надо. То есть не надо тебе сразу большую, потом резкий, уже да, вот эти движения. Понимаешь, у тебя сначала от не навыка. Все время будешь оставлять вот эти вот проседи. Они нам в данном случае, да, в прогрессе не нужны. Поэтому пробуй сначала вот так вот. Причем, вот сейчас будешь возюкать так, как будто у тебя чемоданно накладываешь на хлеб. Как бы втираешь, уплотняешь. Он у тебя смешается. Да? Не даст нам сразу вот этой вот тупой яркости. Не даст. Сначала он появится и полуоттенок. Делает нечто переходное. Какой-то переходный цвет между камнями и камнями. Холодно, холодно. Потом какие-то, да, встречаются небольшие теплые пятна. Разовизна. Не розовая, а разовизна. Буквально чуть-чуть, смотри. Кирилл макнул на комариный пис. Иди сюда. Только опыт будет. То есть первый раз у тебя... Значит, у тебя будет попытка все время пользоваться белилом. Да. Вот. Запомни, просто запомни, как там, как отче наш, что белилами пользуются в очень крайнем случае. Вот сейчас приглушил, да, вроде он был, а приглушил и он. Я тебе уверяю, ты сфотографируешь, сделаешь это коррекцию, получится вот это вот. Вот это вот. Но в натуре, вот если делать так везде, ну, не звучит. То есть у тебя должен быть такой единственный фактор. Оно как-то или звучит, или не звучит, или красиво, или некрасиво. Гоняться за пятнышками, да? Путь никуда. А дальше вот такой вообще? Вот эти два такие. Нажала немножко, прогресс осталось, где-то придавила, чтобы вот такие вот полу-полу-звуки оставались. Даже не вытираешь. Вот эти вот этой грязью попишешь. Но не замешаешь это в единое грязное пятно. И количество краски вот такое. То есть она, ну, явно, да? Явно. Просто разбиваешь на свет и тень. Соответственно, здесь то же самое. Эта сторона темневая, она темнее. А потом сюда, уже когда появится теневая. Хорошо, можно даже эту разбить на световую. Чтобы было как бы попонятно. Одна сторона свет, одна сторона тень. Потом ты начинаешь смешивать. Как бы сюда тоже попало что-то. Это же как бы цветок не морковка, который имеет структуру определенную, морковочную, глазку. А цветок он имеет всевозможные там вот эти цветочки, да, которые от него сходят. Значит, какие-то попали на свет сюда. В своей световой части на свет они чуть-чуть больше попали. И ты вот таким вот макательным движением, смотри. Макаешь, но чуть-чуть крупнее. Вот сейчас уже достаточно интеллектуальное занятие. Если делай как надо, плохо получится само собой. Делай сразу как надо. Потому что у нас здесь вот потом немножко света не хватает. Чтобы ухолодить фон, а потом сюда же еще поработать зеленью. То есть
холодный фон оставить внутри, а потом сверху еще отработать зелень. И уже эта зелень у нас в процессе в каком-то объеме начинает получаться. Знаешь, то есть попытайся мыслить категориями от общего к частному. Не от частного к общему, а от общего к частному. Сначала как бы... Да, сначала ты как бы имеешь некую форму, в чем ты пойдешь там на званый вечер. В общем, да, вот я там такую одежду одел, такую. А потом ты начинаешь, эта блузочка не подходит. Но она белая, да, но она сюда не подходит. Но у тебя общее представление есть, в чем ты пойдешь. Если взять сейчас с количеством краски. Можно единственное, допустим, взять, пойти покурить там минут на 10-15, она немножко пристынет краска, привянет, так сказать. Тогда следующее будет ложиться. Так, да, если что-то переборщило, или придавить какую-то. Потому что она достаточно рыхло у тебя лежит. Меня зовут Елена Жукова. Я пришла первый раз в мастер-класс и очень довольна работой и показания. Я попыталась нарисовать графини, конечно, с помощью преподавателя. Это все, что получилось. Такая красота.